Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сестры, друзья мои подружки, с вами, как всегда, я, Утис Шуморо, и добро пожаловать на просторы Дейза. Знаешь что, я продолжаю по твоим многочисленным просьбам поснимывать игру, и, соответственно, хотел бы сегодня посмотреть, что у нас получится по выживанию. Не знаю, какая серия... Опа! Дружище! Hello, dude. Hello, dude. How are you today? You are busy right now, yes? Bro? Do you hear me, mate? Dude, behind you! Behind you, bro! Behind you! Блять, нихуя себе, он лагает. Там чувачок какой-то. У него есть... Он может зарядить. Он может стрелять? Да ладно, чувак может стрелять? У него есть патроны? Я хотел бы поиметь его патроны. Oh, shit, mate. Бля, у него тоже камера, у него... Блядь, как же это все лагает, посмотри! Посмотри, эту сучку дергает! Посмотри, эту сучку дергает! Я только на серию пришел, где мой камень? Где мой камень? У меня есть каменный нож! Все, зарезали! Сука, 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 нахуй, сука, сука, сука! Oh, we got you, dude. Do you have a microphone? Can you talk with me, please? Mate? Он истекает кровью. И я тоже, я, пожалуй... перевяжусь, чтобы не умереть. И он тоже, походу, перевязывается. Он тоже юзает бандажик. Тоже юзает... Do you have a microphone, bro? У него нет микрофона. Ёбаный в рот, ну что ж вы такие, блядь, все без микрофонов-то, а? Почему у тебя нет микрофона, блядь, братишка? Ну как же так-то, ёбаный? Ну, петушканчик, ну блядь, ну вот как так-то без микрофона-то вообще? Ну как же ты без микрофона-то вообще выживаешь-то в этой игре, братишка? Братишка, ну вот как так? Как? Ёб твою мать, да ну нахуй! У тебя есть оружие, да? У тебя был один патрончик, да, дружище? Давай, кто кого? Кто кого? У кого больше хп? У тебя или у меня? Давай, скажи мне, скажи мне. Ты в кого? Ты не туда бьешь, братишка, понимаешь? Ты не туда ударил, ты не туда, не туда, не туда ты бил! Нравится. Все хорошо, успокойся. Ой, у тебя как у тебя хорошо было. Как классно-то. Как классно ты вообще. Какой ты хороший был человек. Но у него нет микрофона, понимаешь? Он бесполезный для меня, мужчина. То есть он хороший, но бесполезный. То есть если бы у него было, соответственно, что-то хорошее, то есть мы бы имели с ним удовольствие, понимаешь? А так, ну, он бесполезный оказался. То есть не надо меня винить за то, что я на него напал. Как бы я напал на него в спину, как любой другой выживальщик бы сделал. Понимаешь, он мог убить меня. Понимаешь, я вообще-то френдли был, он был не френдли, то есть не надо меня обвинять, только вот Том Шиморо, блядь, ты там неправильно сделал, у него... Еще и хуй бежит. Там еще бежит член. Там еще бежит челик, как же лагает игра. Господи, боже мой, там челик, там чувак еще какой-то, пойду-ка я полутаюсь. Значит, я не знаю, ребята, веселая у нас сегодня серия получится или нет, а о чем я говорил-то? У него есть патрон, у него было оружие, да? Давай возьмем ножик с тобой. Так, у меня все, у меня хп восполняется, сейчас мы с тобой поедим немножко, потому что я не знаю, какие здесь у нас приключения будут. Но, надеюсь, какие-нибудь хорошие. Бля, меня так лагает, меня так передергивает, понимаешь? Дейз это пиздец, это такая интересная игра, но почему она так лагает? На сервере был пинг 100, это единственный сервер, который я нашел, дружище. Но так как ты мне лайков миллион ставишь, я поснимаю для тебя еще Дейз, посмотрим, как мы с тобой повыживаем, значит. Сука, я убил чувака. Это, кстати, мой первый фраг в Дейз. Понимаешь, добро пожаловать, как говорится, вон кепка. Мой первый. Вообще, я стараюсь дружить. Мне бы найти топор какой-нибудь, чтобы получше разбираться с ребятами. Или вот эта мне штука подойдет. Мне кажется, вот эта штука мне вполне подойдет. Вот эту вот в руку я могу взять штуку? Вот, пожалуйста, у меня есть труба, как бы. Я могу с трубой, как бы, обращаться. То есть у меня все хорошо, у меня половина хп. Значит, жажда у нас восполняется, здоровье у нас восполняется. А чё я прихрамываю? Чё я бегу как даун? Или то, что я с трубой. Блин, этот челик может вернуться. У него был один па... Он даже стрельнул в меня, ты понимаешь? Он даже стрельнул в меня. Мне бы рюкзака школьника найти. Кстати, большая населенность на сервере на этом, на котором я нашел, соответственно. Хотелось бы вообще побольше получить впечатление о Дейз, потому что я, ну, как ты знаешь, не так много в нее играл. Я тебе уже говорил с моего первого взгляда. Ты меня сильно поддержал лайками, поэтому продолжаю тебе поснимывать. Как говорится, вот перед Новым годом тебе... Значит, удовольствие мы с тобой, наверное, получим. Я вообще хочу найти друзей, чтобы убить их в спину. То есть, ну, в смысле, я же Владик Белочкин, как бы ты ни подумай. То есть мы находим друзей, общаемся с ними. Главное, чтобы у них был мой микрофон. То есть это самое важное. Возможно, нам стоит с тобой куда-нибудь пробежать в военные локации. Но я не знаю карты этой игры, понимаешь? Вот у меня большая проблема, блядь, то, что я не знаю карты вообще. Я не представляю, как здесь нужно выживать.
То есть там зомбарь, тут зомбарь. Это городишко место спауна, насколько я понял, да? То есть здесь всякие молодые пиздюки, типа меня, респаунятся и получают от этого безумное удовольствие. Хуй его знает, что у нас с тобой выйдет, братик мой. Опа, это что такое? Это джинсовая курточка. Нам нужен рюкзак школьника и патроны на... патроны 7,62. Там зомби все рычат. Все хотят моей плоти, крови. Вот такие они все злые, страшные. Чего у меня так здоровье долго восполняется? Че, бандажи не помогают, что ли, с этим справиться? И сервак лаговый. Бля, такой потенциал вообще у подобных игр, на самом деле. Хотел с тобой поговорить. Они значительно интереснее, чем те же голодные игры, да? Но, бля, все эти игры, они либо лагающие, либо десинхрон. Смотри, как меня десинхронирует. Либо еще что-то. Ну вот большая проблема. Ну, разработчики, ну почему вы не можете нормально сделать как надо все? То есть, почему вот все через жопку у вас? У многих разрабов, тем более. Даже после релиза, блин. Даже после релиза вы все делаете обоссанные игры, как бы. Но в эту игру хочется заходить почему-то. Ну, наверное, потому что мне сейчас в нее интересно играть. Давай пробежимся дальше туда. Ты что, хочешь сюка-сюка, что ли? А, девочка моя? Из-за куста. Ты хочешь сюка-сюка нахуй? А, ты хочешь сюка-сюка, я смотрю. И вы хотите сюка-сюка? Вы обе хотите сюка-сюка-сюка? Нет. Не надо так. Не надо, вы мне не нужны, я хочу посмотреть карту. Бля, я не знаю, найти бы здесь карту вообще, чтобы понять, где я нахожусь. Надо, наверное, онлайн-карту открывать, когда ты играешь. Может быть, в лесу, блядь, но в лес бежать это вообще смысла не имеет. Ну, давай пробежимся по железной дороге. Железная дорога должна привести нас куда-то в какой-то пункт назначения. Может быть, куда-то мы с тобой и доберемся. Наверное, я сделаю нарезочку тебе, я не знаю, а может быть и нет. Да. Че, я буду просто пиздеть по дороге бежать? Это как-то тупо. Смотри, девочка бежит. Девочка бежит. Шиморо! Шиморо, я твоя подписчица! Шиморо! Ха-ха! Нет, нихуя! Это не я! Сука, а? Иди нахуй от меня! Иди нахуй! Нет, естественно, от подписчиков-то не надо. С подписчиками надо здороваться, разговаривать, говорить, как дела, у тебя уроки сделал или нет, блядь. Ну, ты видел, да? Я снимал для тебя. Нет, нахуй, я занят. Все, я ролик записываю. Иди нахуй от меня. Шиморо! Шиморо! Battle Eye Client for the Light is new and information. Там... про какую-то информацию пишет. Эта девочка меня будет сопровождать, блядь, очень долго. У меня там что, банка тунца это или патроны? Это консервированный тунец, точно, да. То есть я думал, что это у меня патрики. Эх, подобные игры завлекают. Да, давай поговорим, похуй, не буду сейчас тебе никакой монтаж делать, никакую нарезочку. Давай просто попиздим с тобой обо всем. Мы с тобой любим пиздеть. Ты же приходишь сюда попиздеть со мной, правильно? Правильно, то есть ты в комментариях пиздишь, я пизжу с тобой на видео. То есть и мы с тобой все пиздим, мы все радостные, как бы мы занимаемся пиздежом. Так вот, значит, о чем мы с тобой должны поговорить были? Мы с тобой должны были поговорить о разных вещах. Важных, интересных и неинтересных. Знаешь, подобные игры привлекают своей вот этой вот атмосферой. Да, то есть в Days, безусловно, несмотря на ее лаги, баги и десинхроны, имеется своя собственная, уникальная, удивительная, красивая, вкусная, сочная атмосфера. То есть атмосфера выживания, атмосфера пустоши. Days сейчас по FPS не лагает вообще. У меня 120 кадров, 120, 100. То есть это идеальное сочетание раскадровки, соответственно, в играх. Я считаю, что если игра идет в 100 FPS на моей машине конкретно, с моими техническими характеристиками, то значит я в нее могу играть и получать от нее удовольствие. Да? Если кадров меньше, то, соответственно, это уже проблематично для меня. То есть, как бы, меня начинает бомбить. То есть, ну, хотя бы выше 70, чтобы кадры были, да? И то это уже чувствуется, когда у тебя большая разгерцовка на мониторе. Мне бы, блядь, переодеться, кстати. Если я того же пиздюка встречу, то он меня убьет, наверное. Он отштеблучит меня. Здоровье, кстати, у меня восполняется. Вот, атмосфера здесь охуенная, но я не знаю, чтобы найти каждому игроку хороший сервер, но это надо постараться. Сейчас я играю на каком-то из немецких серверов. Не знаю, на каком именно точно. Вот, но пинговский здесь соточка. Соточка — это слишком большой пинг. Блядь, здесь есть какие-нибудь вообще дома впереди, нет? Или я буду как чмо вообще бегать здесь? Или буду вообще просто как чмошник, не знаю, куда бежать. Единственный населенный пункт, и я из него и убежал, блядь. Замечательно, чтобы попиздеть с тобой. И что это за звуки? Меня какие-то звуки преследуют. У меня какой-то жесткий свист в ушах. Не знаю, слышишь ты на видео. Но на видео я тебе, скорее всего, смонтирую атмосферную музыку какую-нибудь, чтобы мы с тобой весело проводили время, блядь. Поэтому вон там вон есть у нас постройки, мы сейчас их пойдем посмотрим, полутаем. Надеюсь, там будет рюкзак школьника, либо что-то подобное. Мне нужно как-то восполнить стаминку.
И я хочу узнать, где здесь военные территории. Вон у меня есть, смотри, пистолет. У меня есть Иж-70 пистоль, понимаешь? Но нет ни обоймы на него, нихуя. У меня есть винтовка, и у меня нет на нее ни патриков, нихуя. Ну а курьер, кстати, мне очень понравился, который вначале мы встретили. Это настоящий курьер своего дела, мастер. Мастерски отдал мне лут, блядь. Он потек от зомби. Я прикинулся, что я типа товарищ его, блядь. Но я же Влад Белочкин, как бы отыгрываю роль маньяка-убийцы в таких играх. Поэтому у меня РП. Как бы. И, соответственно, игроки не должны ожидать то, что у меня ролевое приключение, скажем так. Так. Но тот чувак, мне кажется, меня бы убил. Я чувствую таких издалека. Как бы, если бы я нашел что-то стоящее, то, соответственно, он бы меня пизданул. Здесь петушки и курочки. И зомбарик. И все пролутано, смотри-ка, блядь. И все пролутано просто, ну ничего. Ничего не оставили, ребята. Ёбаный насос, а. Ну как же так-то? Ну как же так-то, а? Прибежал в населенный пункт, чтобы... Опа, это что? Легкий хоккейный шлем. Вау. Да ну нахуй, это охуенный шлем. Это хоккейный шлем. Я хоккеист Шимору, блядь. Так, давай. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас что? Есть у нас что-нибудь укороченные походные штаны? Опа. А вот это интереснее. Вот это вот интереснее. Вот это мне нравится. Идите нахуй от меня. Сюка-сюка! Так, ладно, побежали. Посмотрим, что дальше мы найдем. Хоккейный шлем мы с тобой нашли. Это уже топ-девайс, я считаю. Какие патроны? 7,62! Ара-ра-ра! Нахуй трубу. Так. У меня обойма нужна? Мне нужна обойма или как? Как я должен зарядить их? Да, блядь! Блядь, не так это должно быть. Иди нахуй! Рычит там, блядь! Кусок петушка! Заебали меня эти зомби все! Всем надо что-то от меня, блядь! Так, 7,62, 7,62. 7,67... А я... Где мои 7,62? Где мои 7,62 патроны, блядь? Тряпка? Подожди, они же были, они даже должны были в кармане. Я же их не мог выкинуть. Ты что, дадаун, что ли? Ты дадаун? Где мои 12 патриков? Да ну нахуй, нет. А где мои патроны? Подожди, давай разберемся. Я видимо, даун, да? То есть, вот эта хуйня. Дай-ка я вот это съем. Можно я вот это вот съем? А, вот они патроны, я не даун, все окей. Извини, пожалуйста. Не, я даун, но невнимательный просто. Сейчас грушу поем. Во, и вода, смотри, она сочная оказалась, да? Груша, и вода у нас, и еда пополняется. Так, теперь, как мне зарядить? Чувак же как-то патрон въебал сюда. Объединить. Опа! Понял? Одна пилюлька. То есть, если бы был магазин... У меня одна пилюлька всего. Я могу зарядить только одну пилю... Ты что, сука, патрон выкинул нормальный? Додик, блядь! Извините. Был неправ. То есть, когда я нажимаю клавишу «перезарядить», мой патрон исчезает из патронника, да? То есть, ладно, у меня есть 10 патриков. Что я могу с ними сделать? А, ваншот я могу прокинуть кому-нибудь? Наверное, я могу ваншот все-таки прокинуть кого-нибудь с такой пушки, раз у меня есть такая пушка, да? То есть теперь я могу спокойненько этим заниматься. Давай посмотрим. Первый слот, значит, второй слот у нас идет камень. Отлично, то есть механика мне уже стало понятно. Теперь я могу, в принципе, угрожать игрокам и говорить им: «Эй, вы, блядь, идите-ка вы сюда, нахуй». Давай посмотрим, что здесь дальше будет у нас происходить. Мне хочется на каком... Блядь, ну мне придется познакомиться с игроком каким-нибудь и все-таки попробовать на нем эту пушку, понимаешь? А как я еще попробую? Если он в кепке будет, я ему хедшот смогу просандалить, интересно? Бля. Вот бы сейчас кого-нибудь встретить. Такого необлуданного кепку какую-нибудь, как я. Типа меня, но без оружия, понимаешь? Чтобы он вообще не сопротивлялся. Потом мы просто, если у него будет слишком мало хп, мы просто сделаем ему сюка. И все как бы. Забираем лут и получаем удовольствие. Мне кажется, это охуенное приключение, братишка, блядь. Что-то молодых людей я вообще здесь не вижу почему-то, понимаешь? Какая-то хуйня, что-то никто вообще не бегает. Никто не хочет со мной приключений получить.
Ну, блядь, атмосфера в этой игре, как всегда, была охуенной, так и будет. Да вообще, в подобных играх атмосфера, она всегда охуенная. Выживание, одиночество. Не, с другом, конечно, атмосфера немножко теряется, потому что если играть с кем-то, то, соответственно, это начинаются попизделки на какую-то тему. Ты просто бегаешь, лес, природа, ищешь игроков, и начинается какой-то PlayerUnknown's Battlegrounds. А вот когда ты в одиночестве, ты понимаешь, что тебя может выследить какой-нибудь вонючий снайпер, который сидит где-нибудь вон там, вон в кустах, понимаешь? Он выследит тебя, заберет твое оружие, заберет твой лут, и все как бы будет у тебя хуево. И вот это вот да, вот это да. И куда я бегу нахуй? Вот в чем вопрос, понимаешь? Куда я бегу и зачем я здесь? Где люди? Вон там вон постройки какие-то. Мне нужен бинокль, либо что-то того, что-то типа того. Я трачу очень много энергии на вот эти вот пробежки-перебежки. По идее, лучше тереться, наверное, в городах. Как бы в городах будет поудобнее. Почему патроны в патронник сами не вставляются на кнопку R, хуй его знает. Вот это неудобно на самом деле. Это очень неудобно. То, что патроны сами не вставляются. То есть нужно вручную их стыковать, скажем так, да? Ладно, давай смотреть. Может быть, мы найдем что-то, либо кого-то встретим еще. Надо ворваться в какой-нибудь город и зачистить его. Но здесь городов вообще поблизости я никаких абсолютно не вижу. Но там вон что-то виднеется. Пока только природа, кусты. Игроков здесь тоже, как я понял, не бегает вообще. Очень странно. Ну, природка красивая, да. Красивая, но где-нибудь же должны быть еще поселения. Не может быть, чтобы я вот пробежал вот из населенного пункта, вышел и пизда. Иди в поля. Кушай зайчиков, я не знаю. Охоться на животных, готовь себе еду. Не верю я, не верю. Должны быть поселения. Где-то там должно быть поселение, по-любому. Опа, смотри, я вижу какой-то домик. Я встретил какой-то домик. Может, это домик какого-нибудь игрока, блядь? Пока никого абсолютно не видно. Ладно, давай смотреть, давай бежать. Значит, в игре, как я понял, автомобили ты делаешь, соответственно, можешь на автомобиле ездить. Но для этого тебе нужен топляк и так далее. Мне кажется, одному, построить автомобиль и выжить в этом мире будет крайне тяжело. У меня нет воды, у меня есть вода. Пластиковая бутылка, она пустая. Единственная моя вода это Кока-Кола. Ну давай попьем ее. Может быть, мы все-таки доберемся на этих запасах еды и воды до какого-нибудь населенного пункта. Вот это что здесь валяется? Что это? Пакет семян. Да, ну давай возьмем пакет семян. Нахуя они мне нужны? Не... Ой, там тунец был. Это что такое? Это что? Компас! Ёб твою медь! Это уже лучше. Компас. Открыть можешь компас? Компас использовать можешь? О, заебись. Так, значит. Мы бежим на север, да? То есть, что мне это дает, если я не знаю карты? Да нихуя мне это не дает абсолютно. Но, по крайней мере, если я узнаю карту, я смогу ориентироваться лучше, да? То есть, фактически. Мы бежим на север. Опа, я вижу здание, я вижу постройки. Мы с тобой, видимо, добираемся куда-то. По железнодорожным путям мы с тобой доходим, блядь. Компас у меня теперь имеется. Заебись так, домик, понимаешь, залутал просто бомжатский. И там поселение какое-то получается у нас. Что за поселение, хуй его знает, но мне кажется, нам нужно притереться в этом поселении. Хотя там могут быть говнари. Интересно, военный лут везде ли есть во всех городах, городишках или нет? Есть ли здесь пиздюки, которые готовы доставить мне удовольствие, а я доставить им? Это самое важное, это самое главное. Что это такое? Солнечный Тулга. Мы с тобой в Солнечном. Это тоже, кстати, место респауна кепок, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Тулга туда, там будет дорога туда. Да, туда будет вести дорога, которая должна будет куда-то нас с тобой привести. А вот и девочки мои, мальчики мои. Ага. Значит, здесь у нас людишки. И место незалутанным выглядит. Смотри-ка, двери заперты. Закрытая дверь? Что значит, что она закрытая, блядь? Откройте мне дверь! Ее открыть нельзя. Ёб твою мать, вот почему здесь и не залутаны. Так, эта дверь закрыта. Но сюда мы можем попасть. Мы можем выбить топором, наверное, подобную дверь. А эта дверь? Эта дверь открытая. Что у вас здесь для меня есть что-то? Ботиночки? Это что такое?
садовая известь. Я здесь крафтингом, блядь, ферму строить не собираюсь, поэтому мне это абсолютно не нужно. Давай посмотрим, что там. Может быть, где-то будет... Вот там вот большой город. Вот там вот. Вон там, вон, видишь? Вот там вот можно... Ой, там, там пизды можно получить, кстати. В том большом городке. Давай посмотрим, что здесь. Тут тоже вроде бы есть местности, есть что полутать. Здесь где-то должен быть амбар, если я не ошибаюсь. Да! Видишь? Я помню! Я все еще помню, блядь, что-то в этой игре. Давай посмотрим нам... О, привет. Привет, маленький, блядь. Понеслась нахуй. Сука! Нахуй, нахуй, сука, 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 сука. Как тебе лаги? Как тебе лаги, дедушка? Как тебе лаги? Как? Нравится? Ты даже не успел меня ударить. Ты видел, какой я быстрый, мощный и умелый? То есть зомби даже, блядь, отлагать не успел. Да, конечно, с лагами это беда. Лутецкий здесь какой-то есть у нас? Ну, интересно так поисследовать, знаешь, все эти места. Может быть, я... Если я что-то не замечу, кстати, мне так, так надоели, ребята, спамить про пистолет, если вдруг я что-то не увижу. Ладно, говори мне, чтобы я знал, что я, ну, слепошарый, блядь, полудурок, который не видит, блядь, перед собой оружие. Реально не заметил пистолет, ты представляешь? Ты представляешь, как бы, и столько ребят мне написали о том, что я не заметил пистолет. Каждый, блядь, посчитал своим долгом, честью, блядь, сказать мне: Шимору, ты проебал пистолет, заебись. Я потом, мне снилось, как я проебал пистолет, ты понимаешь, мне это снилось потом, блядь, после того, как я комментарии все почитал. Так, это что такое? Опа-на! Магазин для пацана? Прямо для ежа? Хули надо нам? Эй! Объединить. Патрики есть в нем? Есть патрики! Да ну нахуй! Я снаряжен и очень опасен! Что ты сделал? 5 патронов. Заебись ты, дурак, блядь. Но выстрелить я, наверное, смогу с этого пистолета, да? Я очень надеюсь, что смогу. Магазин для ежа просто в бомжатском домике, ты понимаешь? Я быстро вооружен и очень опасен, как бы, стал. Толстовка. Не-не-не-не-не-не-не. Да, вот эта кепка мне больше подходит, как бы, мне кажется. Легкий хоккейный шлем. Используй для защиты головы от ударов во время игры. Не, вот это вот мне нравится больше. То есть, хоккейный шлем лучше. То есть, если мне будут в голову ебашить, то меня шлем защитит, по идее, да? То есть, не... Это хоть какая-то элементарная защита. Главное не перезаряжаться больше, понимаешь? Понимаешь, как даун. В этом моя проблема. Может быть, мы кого-то и найдем здесь. Как бы мне ебальник здесь не разбили. Мне кажется, мое приключение должно сегодня закончиться именно так. Кто-то выстрелит в меня со снайпы с какой-нибудь, понимаешь? И все, и GG, давай до свидания. Какой-нибудь опытный тигриный лев. Так, значит, это что такое? Не тронуто? Патроны, 380 ЦП. Патроны все берем вообще. Спортивная куртка, красная. Нет, красная буду, блядь, как этот бегать. Ну смотри-ка, лутецкий-то имеется у нас в городах. В городах и селах, там дарам, дарам, дам, дам, этих дней веселых. Так, это что такое? Это еще одни ботинки, которые нахрен не нужны. Ладненько, давай посмотрим, что мы здесь имеем в виду. Домишечка. Людей вообще здесь не бегает. Все, наверное, на военной базе где-нибудь трутся. Это кто? Да, стреляет. Не перезаряжай! Дурак ебаный, блядь. Ты дурак ебаный. Ну, это я. В смысле? Ой, дурак, блядь. Все нормально, там же написано. Все, теперь я понял, что стреляет у меня ган. Кто-то побежит на выстрелы, кстати, сейчас. Кто-то должен пойти на выстрелы на эти. Мне еда нужна, идите нахуй, зомби. Идите нахуй, вы мне не нужны. Я вас не люблю. Себе там порычите, блядь. Так, побежали. Здесь я могу испить водицы. Но она зараженная, скорее всего, да? Да пошел ты нахуй, как вы меня достали. Так, панамка. Походные штаны. Походные штаны по цвету мне больше подходят. Это что такое? Коробка оружейных патронов 12 калибра. Да ну нахуй. А у нас какие на ежей патроны? 380, а у меня здесь 380. Ёб твою медь!
Так, хорошо, что мы делаем? Мы с тобой вооружены и очень опасны, да? То есть мы с тобой просто... Чем мы должны сделать? Мы должны сделать вот так. Взять вот так. Вытащили. Делаем вот так. А, объединить я могу? Почему я не могу? Почему я не могу с ними ничего сделать? Ха. Разрядить я тоже обойму не могу, да? Вот так могу? Не? 380 АЦП. Здесь у нас какие патроны? 380 АУТО. Чё, они не подходят, что ли? В некоторых пистолетах и ПП. Давай еще раз попробуем. Вот я снимаю обойму, вытаскиваю, да? А что я могу с ней сделать? Я не могу ни правой кнопкой мыши, ни левой кнопкой мыши, да? Я могу только осмотреть себе, как бы, видишь? То есть на среднюю кнопку мыши я могу осмотреть. Вытащить, затащить, это что такое? 12 калибра. 12 калибра не нужно? Ну, ладно, давай вставим обратно. У меня здесь 3 Патрика. И у меня на винтовке 1 Патрик, да? Там дальше тоже должны быть домишки. Давай просто здесь пробежимся, посмотрим. Так сложно найти в этой игре людей, на самом деле. Заселенность этого сервера очень большая. Легко, наверное, найти все-таки людей. На военной базе, мне показалось, или кто-то стрельнул, блядь, где-то там. На военной базе очень много людей трется, то есть... Военная база — это такая тема, где, соответственно... Да хуина людей можно найти. Бля, меня передергивает. И я опять хочу пить, и мне... Я мог воды набрать из колодца. Сука. Здесь, может быть, еще один колодец есть. Надо бы воды набрать, потому что иначе пиздарики. Но мои ощущения от игры крайне пока положительные, несмотря на лаги, зомби стоячие. То есть самое интересное — это вот находить людей. Но, как ты видишь, найти человека здесь — это просто полный пиздец. Я, конечно, постараюсь, если ты будешь продолжать мне ставить лайки, постараюсь найти людей. Но, ёб твою мать, это реально сложно. Иди сюда, нахуй. Иди сюда, петушня, блядь. Иди, иди, блядь. Сука, нахуй! Сука, 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 сука. Да что ж такое-то? Сюки, 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 сюки. Другого убил, а эту нет. Сука, 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 сука. Он мне грызет ногу, что ли, там, блядь, внизу? Ебанутый! Уйдите от меня, нахуй! Уйдите! Уйдите, может пострелять, может люди придут. Я вас успокою, блядь, сейчас. Иди нахуй. Идите нахуй все. Кто-то еще здесь? Давайте, что у вас есть, блядь? У них нихуя нет. Я 2 Патрика потратил просто так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бушлат. Во. Вот это я понимаю. Ты слышал? Это машина была или что? Или кто-то зарычал? Бля, мне так страшно стало. Консерву открыть нужно, да? Давай вот так вот сделаем. Объединить. Каменный нож. Да, я ножом, смотри. Я открываю консерву. Вот таким образом мы питаемся с тобой. Так, хорошо, мы вскрыли консерву. И теперь можем ее захавать. Что это за звуки, блядь? Так, теперь делаем вот так вот. Так как нас изранили с тобой. Там и петушки какие-то кричат, и... Ебать, атмосфера, конечно, вообще выживание. Представляешь, все нужно открывать, все нужно... кровотечение уменьшилось? Нихуя не пойму, что происходит. Да, больше мне перебинтовываться не нужно. Больше мне перебинтовываться не нужно. Делаем вот так вот. Сука! Сука, даун! Угу. Даун ты! Ты даун, блядь! Зачем ты Ой, это привычка, ой, привычка, блядь! Нельзя, нельзя, нельзя. Так, вот здесь из колодца можно что-нибудь сделать? Нет. Здесь водокачки нет вообще. Я с ебучим маленьким ножиком бегаю. И я до сих пор не нашел... рюкзака школьника, понимаешь? То есть у меня большие-большие огромные проблемы, как бы. Вот пиздарики, а! Вот пиздарики, бля, у меня нихуя нет. Понимаешь? И ты знаешь, самое интересное, что такие игры ценят именно за это. За то, что тебе нужно просто выжить. И самое страшное в Days не зомби,
а другие игроки, которые могут поймать твою маленькую жопку и наказать тебя в любой момент. Что здесь? Заберу. Это я заберу. Что здесь? Да ладно, здесь никто не лутал? Да ладно, смотри-ка, все закрыто. Вообще никого не было? Так, еще один бушлат и... Круглая плоская кепка. Нет, кепкой я не буду, блядь. Давай посмотрим, что здесь. Здесь вообще ни хрена нету. Ай-яй-яшеньки-яй-яй. Вышла кошка, закатай. Заката Котовича, Федора Петровича. Ну, хоть один игрок мне, пожалуйста. Ну, хоть один игрок мне, блядь. Ну, насладиться просто общением. Бля, мне нужны девайсы, мне нужно выживать, понимаешь? У меня кончается вода, кстати. А я, дурак, пропустил колонку. Как я выживу теперь при этом, хуй его знает. Кстати, в игре есть еще охотничьи вышки, насколько я помню, да? Они разбросаны по лесу. Если их залутать, можно тоже получить удовольствие от того, что ты, соответственно, поимеешь какой-то интересный лут. Давай взглянем, что здесь у нас. Я не вижу нихуя, но вот здесь, возможно, есть колонка. Опа. Там членосос, видишь? Одинокий домик в деревне. Водичка-то у вас должна же быть? Для папочки. Из толкана пить? Это хуевая идея. Блять, просто ни черта нет. Ну какой-то же маршрут должен привести меня к военной базе. Мне нужна вода. Просто вода. Просто водицы. Водицы бы мне напить... Ёбаные петушки! А, это то же самое, что ли? ВК-33. Это ВК-33. ВК-133, а у меня ВК-18. 12-й калибр патроны. 12-й калибр. В упор ебенить нахуй. Да в упор ебенить лучше, братан. В упор ебенить лучше. И у меня есть коробка патриков. Ты понимаешь? Подожди-ка. А как открыть мне эту коробку? Открываем коробку. Я еще должен открыть ее, блядь. Так, подожди. Вот, у меня оружейные патроны в руках, да? Берем вот эту залупу. Я могу скорострельнее работать. Сколько я должен? Сколько я могу зарядить? 1+1, 1+2. А, все, я понял, я как дебил должен. Нихуя себе. Нихуя себе, я снаряжен и очень опасен, ты посмотри. Все, да, фулочка. Ну теперь я могу ебенить просто как бы. Так, значит, это у нас будет первый слот, это второй слот. Это второй слот. Третий слот у нас идет камень. Да, и все, ну я вооружен и опасен, я могу в любой момент... И вот так вот я могу, вот подожди, вот так вот могу же сделать. Сколько у нас? 1+0. Это, в этом только один, короче, понятно. А в этом 1+5. Один у тебя получается в патроннике и как бы плюс 5 еще... То есть один в стволе и отлично. То есть мы сразу можем... Врываться просто и долбить кого-нибудь. Блять, ну мы можем долбить, но толку-то от того, что мы можем. Воды нет, еды нет, питья нет, братишки и сестренки. Это полный пиздец. Приключения в Дейс мои. Ёбаный нас... Кто-то там что-то вякнул. И там птицы. Мне показалось, это зайчик. Зайчика бы пиздануть, костер бы разжечь. Я же могу здесь добывать что-то, по идее, да? То есть, каким-то образом... Почему у меня на тройку камень не активируется? Так, единичка. На тройку камень не активируется, прикинь? Слушай, что такое? Компас? Компас на четверочку тоже. Типа, две руки заняты или что? Или я должен продалбливать это все? Ёб твою мать, мне бы до военочки добраться. Каменный нож, ну вот он. Но каменный нож не берется в руку. А, тогда мне придется выронить. Тогда я выроню одну из пушек. Так что ли? Сука. Блять.
встретить бы кого-нибудь, а? Ну, видимо, мы никого уже сегодня не встретим, братишки и сестренки, но двигаться нам нужно дальше. В общем, друзья мои, значит, если вы хотите еще Дейза, я обязательно поснимаю. Именно на этом сервере продолжим приключения. Все зависит от вас, как бы. Игруха достаточно интересная в плане... Ну, играть мне очень интересно. Не знаю, смотреть это тоже должно быть интересно. Неизвестно, кого мы встретим дальше. Но времени, чтобы, блядь, это все снимать, нарезать... Ну, бля, интересно. Мне кажется, интересно. Посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, все зависит от тебя, в общем. Это пиздец, блядь. Я, может, так и на военку выйду куда-нибудь. Сука! Ладно, братья мои и сестры. Мы устроимся вот здесь вот. Это будет моя елка. И отсюда, значит, начнем потом с тобой следующую серию. Если хочешь, не забывай въебать мне лайк, пиши, что думаешь. Мы увидимся на новом видео. Пока-пока.